Так, ребята, у нас сейчас следующий наш вот этот блок – это механотерапия. Задача твоя следующая – приземлить на Назарыча кисти. Мы трясем только кисти. Поехали. Мы трясем только твои кисточки и, соответственно, работаем. Вот как удобно, так и приземляйся. Едем. И это новый блок реабилитации, то есть твоя задача сейчас максимально быть расслабленным. Чем больше ты расслабишься, тем больше будет эффект. Да, правильно. То есть у тебя кисти не могут у тебя ползать здесь. Да, то есть ты делаешь именно так, как тебе хочется. Организм тебе подсказывает. Если ты начинаешь слушать свой организм, у тебя появляется новая система. Так, теперь следующий момент. Тебе надо положить... Вот я вот совершенно тебе не говорю, как тебе сидеть и как тебе лежать, или как тебе удобно. Тебе надо сейчас положить туда оба своих локтя. Да. Да, вот как вот приспособишься, так и приспособишься. И поехали опять у нас вот эта тряска. Два твоих локотка, они у тебя трясутся. При этом у тебя трясется все. У тебя трясется и спина, у тебя только застопорена, только тазовая часть. Так. На следующий таз пойдет. Нет, следующий таз не пойдет. Так, теперь следующий вариант. Тебе надо на аппарат положить один, а потом второй плечевой сустав. Любой. Правый. Правый. При этом я смотрю сейчас, насколько мне надо Назарыча опустить или не опустить. Опустить нам надо. Давай его чуть приопустим немного, потому что сейчас он слишком задан. Так, кладись. Так, и я сейчас тебе дам подушечку, потому что без подушки нам будет совершенно неудобно. Во. Задача сначала тебе полностью расслабиться, занять исходное положение. Так, поехали. То есть у тебя на виброподе, а вибропод это как раз и есть площадка, которая трясется, у тебя на виброподе находится правое плечо. Правое плечо, правый плечевой сустав. Да, у меня все. При этом твоя задача полностью раствориться в этом движении, в ощущении. Потому что именно сейчас происходит перезагрузка твоей центральной нервной системы. Она начинает чувствовать новые вещи, которые у тебя там. Поэтому даже в момент вибротряски лучше тебе ничего не говорить, а потом ты можешь что-то сказать, если у тебя появилось какое-то новое ощущение или наоборот не появилось. Отлично. Теперь другой сустав. Сейчас, как ты поняла, уже мы с тобой протрясли практически все твои руки.
Я чувствую, у меня здесь напряг. Да. Напряг у тебя? Да. На левой руке напряг? Да, да. Я это чувствую. Ну, потому что я же помогаю. Если ты говоришь, я чувствую напряг, мне надо знать место твоего напряга. Рука на трапеция, верхняя часть. Шикарно. Поднимающая лопатку. Поднимающая лопатку, напряг. Да, боль у тебя идет или чего у тебя там идет? Ну, я почувствовал, что там больно. Так, теперь у тебя на аппарате находится шейный отдел. Только шейный отдел. Да-да-да-да-да, как-нибудь сюда. Шикарно, молодец. И мы с тобой сразу начинаем трястись. При этом максимально ты расслаблена. Чем больше ты расслаблена, тем больше эффект. Аппарат работает по одной минуте. Так, тебе надо привстать. Так-с. Я его чуть-чуть опустил. И у тебя середина лопаток располагается на аппарате. Середина твоих лопаток. Так, замечательно. И я включаю машинку. При этом мы видим, что и правая твоя рука тоже, она синхронно трясется. Опять же, сконцентрируйся, сосредоточься на том, что ты максимально расслаблена. Как только ты начинаешь чувствовать, а часто чувствуешь это расслабление, у тебя появляются новые добавочные ощущения. Ты попадаешь в новый мир, в новое измерение своего собственного тела. Так, теперь у тебя находится 12-й грудной позвонок на этом аппарате. Да-да-да-да-да, именно так. Отлично. Удобно? Относительно. Относительно. Или его поднять надо? Я думаю, что его пока не надо поднимать, потому что, да, потому что, да, вот. Мы видим, что у ней трясется, колыхается вся ее грудная клетка. Я, кстати, обратил внимание, что твоя кофточка, которую ты сегодня, она соответствует твоим картинам. Да. А мне знать точно. Твои картины, они как раз с этой кофточки. Она еще светится. Светится в темноте? Фосфорная. Фосфорная? Отлично. Так, теперь тебе надо на этот аппарат приземлить свою поясницу. Поясницу. Так. И поехали.
тобой трястись. Этот блок, этот комплекс, назовем так, перезагрузка всего тела. Чего? Еще минутку. Еще минутку потрясти тебя бы. Прям хочется. Да. Хорошо, значит, тогда еще минутку я тебя включу. Поехали. Так, теперь тебе надо головой перевернуться в другую сторону, и у тебя должен лежать твой таз на аппарате. Так, ты пока перемещайся сюда, а я сейчас... Подожди. Таз. Не-не-не-не, то есть у тебя это самое... Правильно, теперь ложись на спину сюда. Ложись на спину, только я Назарыча чуть-чуть, я его приподниму. Таз надо... Не-не-не-не, все там хорошо сейчас. Вот так вот. Нет, туда головой, правильно, молодец. На спину, на спину, на спину. А у тебя, да-да-да, крутись, крутись. Нет, только наоборот, таз. То есть таз. У тебя твоя голова, она идет сверху. Ладно, давай. Хорошо так. Пускай так будет. Пускай. Поехали. Сейчас. Я сам. А, ты просто это самое. Я буду сам его держать. Он уезжает от тебя. При этом вибрация передается на смартфон. Теперь тебе надо лечь так же, только лицом кверху. Вот что я хотел от тебя. Аккуратненько, не свалимся. Да не свалимся. Потому что здесь дыр много. И задницу свою на аппарат. Во, вот что мне надо было от тебя. Не, ну, поехали, 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 поехали. Сейчас я только панель уберу из ног, чтобы она... Ноги были расслаблены. Панель весит по 5 килограмм. Или по 3. 4 в среднем. Да, в среднем 4.
Так, и вот у тебя как раз идет сейчас вот эта тряска. Вообще не расслабишь, а я хотел нагнуть нашего зарплата. Нет, я, в принципе, сейчас тебе не особо расслаблю, у тебя будет приятное, кайфовое состояние. Уже. Вот. И, в принципе, мы с тобой перетряхнули весь твой позвоночник. И сейчас нам остались с тобой еще сделать парочку движений, и это... Копчик сломан. Копчик сломан? Да, да ты чего? Сегодня? Давно. Сейчас боль есть? Забудь о своем сломанном копчике. Вот именно. Так, теперь у тебя находится под коленки находится ноопарач. То есть туда смещайся, туда справа. Да-да-да-да. Аппарат сюда ты кладешь. Да. Отлично. Молодец. Сейчас я подправлю Назарыча, чтобы он тебе выступал. Чуть-чуть побольше. Сейчас. Вот так. Молодец. Во, так вообще класс. Вообще класс, да. Поехали. Знаешь, что обычно, например, человек стареет, когда у него шаги уменьшаются. Когда шаги уменьшаются? Да, а у меня широкий шаг. То есть ты будешь не стареть? А ты себя старый ощущаешь сейчас? Совсем? Лет на 20. Лет на 20? 25. Ну, отлично, шикарно, шикарно. Стало замечательно, а не пенсионеры. Да. Итак, ребята, аппарат у нас приподнятый, мне ноги согнуты в коленках. И следующее, последнее, что мы трясем на этом аппарате, это ее стопы. Так, теперь двигайся дальше и ставишь на аппарат стопы. Да, вот так. Замечательно. Поехали. Все будем набрём. Да, отлично. Отлично. У нее трясется, трясется все. Мне приходится рукой равнять Назарыча. Да. Твоя задача полностью расслабиться и получать кайф от этой процедуры. Так, на этом механическая часть у нас закончена. Я не против. Так, ты как себя чувствуешь? Отлично. Отлично, да? Хорошо. Так, сейчас подумаю, что с тобой дальше делать.